Гатор, смотри, мы вот в этом древнем храме, который построили пришельцы, открыть его может только сирена. Значит, кроме них здесь никогда никого не было. А вот теперь туда посмотри. Looting corpses. Иди с дороги, я снежу другой. Передо мной прям встал и штукал. Ты тихо, лошадь. There is more to it than that. But not much more. Yes! That's so freaking cool, I want to die instantly. I'm gonna be a vault hunter too. Or I would be if my assignment were more than just guarding a dusty ass library and staring at water for like 100 hours. Sorry, just really boring around here. So, we're gonna loot this graveyard or what? What you got, Gate? Nothing, bitch! You got nothing! Come on. Это кому у нас? Attention, everyone! This is Captain Trunch! Those monks are in this fucking graveyard! О, да, она еще и стреляет, ни хрена себе, ты прикинь. О, мой любимый парень! Ну-ка, сейчас я тебя взорву нахрен, давай. Блин, твой таракан закрыл мне весь обзор. Ебой, давай! У-ху-ху! Тебя там заморозило? Ты примерз, да. А, он умер. Е-мое. Я тут труп расстреливаю. Думаешь, что меня заморозило-то, ёпарасота? What you got, Tomb? You got nothing. Ты видел? Субтитры, надеюсь. О, слегка. Ну ладно, не суть. But I know a few more places we can try. Да неужели? О боже, карлики на скейтбордах! Ящик. Обычно. Ага, сейчас. Зэн и щит. Ага. Так меня морозить, гнида. А где ты ящик видел? А, вижу. Да я просмотрел тут. Во всю война была. Ну, что-то синее есть. Ну, в какой-то веке левальвер. Пока с ним похожу. Что-то мне быстро надоел. I got this one. Ah, it's sticky. Why is it sticky? Oh, monks are so weird. Я даже шутить не буду, что это за липкая. О-о-о-о-о! На миникарту, смотри. Grab my tuckus and wouldn't let go. Next thing I knew, she's moving.
launches me right on the tomb. Boom! Siren girlfriend. Ё-моё, это эти... Это рассказы из серии «Как я встретил вашу маму, дети». Хотите послушать? Сейчас я вам выдам. Ни хрена себе, это клейное дерьмо. Блять, я опять свои вырубили. Вы вылезают мелкие, то есть их надо расти. Ну ладно, что такое? И смотри, как это, погоди, не бери, смотри, что мы... А, тоже взял. В общем, там был кусок именно того иридия, на который я показал в самом начале, и который почему-то никому не понравился. Ну, мне он тоже не понравился, там он слишком фиолетовый был, а тут вроде... Да, ничего. Оттенок говёный, согласен, ладно, все принимается. Смотри, какая фигня. Современное искусство. Что это такое? Не знаю. Но этого явно, у этого явно есть антенка, и оно помещается. Сам факт, ну, то есть он отмечается. Да, но мы не можем его взять. Поэтому хрен бы с ним, побежали дальше. Сто пудов наш клэп-трэп даст какое-то нам задание, типа найди нам мне очередные дурацкие шапочки. Да, 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 да. Я даже не спорю, потому что так и есть. Тем же маршрутом нам было не вернуться, или чё? Да? Games, господи, да сбейте уже этот пончик летающий! Сука! Майя хочет иметь все веселье, борясь с Малову, но скрой это! Этот тронт-гай самый худший, и я хочу кикать его стик от себя! Дик из дик с моей... Да. А, всё понял. Да. Надо ударить ему по херу. На, вперёд. Protect the grain storerooms. Let the Vault Hunter take care of Malawan. Got it, Maya. On my way. All I ever do is protect archives or storerooms or sacred whatevers. I'll see you later, Vault Hunter. Huh. Ava really took a shine to you. Might want to check your pockets. She was a stowaway on one of our seasonal merchant ships. We crossed paths. She tried to steal my book, and instead of throwing her off a cliff, I decided to train her as my apprentice. I've got my book and heading your way in a sec. I'm just finishing up some... Die, you corporate bastard! Господи. Где-то сверху, я полагаю, будет... Хуйня. Ну да, где-то вот здесь. Паркур! Господи. Вырубишь, мне не надо с ним подумать. Да-да. Возможно, здесь будет сундук. Какой сундук скажешь? Не, нет. Trust me, you don't want to hear anything they have to say. Thanks for turning them off and me off. Тут такая крутая снайперская позиция для тебя, кстати. А, осталось только найти крутую снайперскую позицию. Лови, пацан! О, тут запись. All right, Ava. Where is it? Not here or anywhere, because I don't know what you're talking about, so I couldn't know where it is. Uh-huh.
The book? I can see it in your bag. Hand it over. Fine. Dumb anyway. Can't read any of that stuff. Well, you will someday. Wait. The only time I'm not carrying this is when I'm asleep. Did you sneak into my room? Oh, no. I found it in a bird's nest. Hey, who's Nereid? I have no idea. Where'd you hear that? You were saying it in your sleep. Which you heard from the bird's nest. Crap. No. Attention, rebel monks of Athenas! This is Captain Tron again. Ракета. Politely as I can. Please consider surrendering while we trample your treasured heritage, just cause we're better than you. Услышишь, наверху где-то есть эта железяка. Паркур! Блять. Есть. Сундучок. Меня зелень. Слышь? Понял, подумай, как только не видно. По-моему, он немного расплавился. Эй, парень, ты куда? Да ё-моё, вас все больше и больше. Рундучок вон там. Что? Сейчас. С другой стороны, там подъем. Проходишь под аркой и налево. Ой, направо. Что-то перестали выпадать. Пушки. Даже выпадать. Но чуть за дела пошли. Каждый день выпадать, каждый час, каждую секунду. Каждую миллисекунду. Давай дальше. Есть что-то. А, кстати, есть что-то меньше миллисекунды, я не знаю. Вообще теоретически есть. Макросекунды. Макро это увеличение. Наносекунду, как минимум. Наносекунда, да. I am through playing games! Unless that game is kill the monks! That'd be awesome! На нахуй. Ну я тебя сейчас устрою нахуй, кто там стреляет. Что-то синий выпало. Босс файт. Погоди. Надо собрать все здешние патроны и носки. Так. Двигаем. Да. Ну и ух ты, смотри, какое знание. POI, I suppose. Такой прикольный. Угу. Я уже видел такое движение в прошлой части. Самокопирование
худшая форма. Ой-ё, он сильно вкатил. Искусство. Так, что у меня по щекам? Его. Тогда держи ракеты. Да, в него валить придется немало. Не уверен, может поэтому он босс? Да нет, бред какой-то. Ну конечно, еще и грунты нахрен, серьезно. Они сделаны, чтобы мы за счет них могли хилить. Если им было бы тяжелее, поверь. Во второй борде есть дополнение с ареной. И вот там финальный босс, это вообще жопа. Можешь не говорить. Я примерно представляю себе дерьмо. Там огромный робо-динозавр. Круто. Блять, да вы заебали. Да, сука, чё же он так по мне вваливает-то, ебать? А-а-а, больно! Бегу, меня сейчас уже уронят. Я поднялся. Поднялся. Блин, тут шары гоняют по коридорам. Я в этого мудака. Шары ломаются, их надо ломать. А принял. Где шар? Где шар? Я сломал. Куда? А вот новые. А что-то дает? Мы его типа так встанем или нет? Не-не-не-не-не, просто сука! Периодически какие-то атаки по площади проводят. Я понял. Лови, да ты заебал. Какой-то шар. Блять, да! Шары лучше разбивать. Он меня так вкатил, блядь. Ну ты давай со мной поборцуйся еще. Что это за ледяные... А, понятно, они вокруг него лёд создают. Шёл нахуй. Давай, на донышке осталось Шурыгина. Хочешь, он же бывает? Бум! Зелень. Отлично, зелень. А вот это... Окей, белых украшений никаких не нападало. Вроде нет. Так. А вот чё она не могла до появиться? Я думаю, знает. I've never been able to use iridium the way Lilith does, but I found a technique in this book that might change that. Only we were allowed to raise. Okay, here goes something. Working. Вообще неплохо было бы ее, конечно, предупредить, что ей здесь сирена, которая ворует навыки, но... Да не, бред какой-то. Holy crap. I feel like I could phase lock a planet right now. Ага. Teach me that right now. Ooh, I could get used to that kind of power. Okay. Let's get the key fragment, Vault Hunter. О каком ключе идет речь, если он у нас есть? В этой игре все как-то странно. Nope. Go pack a bag. You get your win. We're leaving with the Vault Hunter.
boy for real? I mean, yeah, cool, whatevs. Could be fun, I'll grab my stuff. Vault Hunter, check this out. Ух ты, смотри, какая тёлка. Right there. The Iridians left messages like these all over the galaxy. I always figured there was a connection between sirens and vaults. I can't read it, but it must mean something. Гатор, смотри, мы вот в этом древнем храме, который построили пришельцы. Открыть его может только Сирена. Значит, кроме них здесь никогда никого не было. А вот теперь туда посмотри. Потолок пробило. Я видел, видел. Потолок пробило просто. Да. Дыры, правда, нет, но да. Ну, это как бы видишь, там из сообщения этого товарища он в траве. But as long as Malawan knows it's here, Venus will never be safe. There's no place in the galaxy with more sirens than Venus. Must be something in the water. Well, sirens were drawn to the place by some. Его время ты ее запустил, я субтитров. Так, конечно. Ну да, почему бы нет? О, выглядит очень серьезно. Монг-сак, окей. Короче, мораль такова, он сцепился и... Я не понял, что он там... Расстались они с сиреной или что? Я хочу сказать это, прежде чем я объясню это Лилит. Реальная причина, что я взял Эйва как ученик, она будет сирен, когда-то. И я хочу чтобы она была готова, когда это случится. See you up in the stars, Vault Hunter. Он, короче, языками с монахами сцепился, когда там все завертелось, закрутилось, и они, короче, его выгнали нафиг. А, погоди, где у нас триангуляция завершена? Ага, я вижу. А еще у нас здесь на локации должен быть легендарный зверь, которого надо ебать. Вперед! Это что такое? Блять, что-то они вот эти вот всякие куколки-перепуколки делают каждый раз все более вычурными. Сложусь, херня какая-то. То есть вот сейчас у меня здесь какой-то шар. Вот реально, вот. Что это такое? Понятно. Ебать. Так, погоди. Я тут пару пушек проверю, которые мне выдали, а то непонятно, что они делают. Ага, понятно, сразу нет. Автомат типа пылесоса мне и даром не нужен. О, а вот это что делает? Тоже нет. Брахло. Что-то как-то все... Странно, да? Какие-то странные пушки выдают, какие-то странные улучшения. Ну, они визуально очень странны. Ну, по крайней мере, это разнообразие. В прошлой игре все разнообразие сводилось к тому, что эта пушка стреляет быстро, а это медленно. Да, согласен. Так, где это легендарное чмо, про которое ты говорил? Его на карте видно? Да. Почему? Звезды где-то. Да. Этаж выше. А, ты как раз там скакал.
Паркур. Ниже надо. И он опять наверх. Химсалабим. Роковый огненный пистолет. О, ну наконец-то. Что, что-то интересное у тебя? Пара фиолетов. Я пока только один. Сейчас, погоди, я посмотрю, что дало. А, ну конечно, и еще и... Которая посерее. Еще и раскраска на оружие. Как раскраску на оружие применять, я так и не понял. Ты не видел? Нет. Фак. А потом выясним сейчас это. Так, теперь так. Нам надо в этой локации... Подожди. Сейчас. Я проверю. О, вот это другой разговор. И урона в нем в разы больше. Заменить. Так, сейчас еще секунду. Где тут пистолет, который я видел? Что он делает? Понятно, барахло. Так, что ты говорил? Надо найти где-то зверя. И вот он здесь. Я его нашел. Давай на меня. Минуточку. Я тебя потерял. А, я нашел. Там во всем удохаешь уже? Нет, это не десятые, они меня. А то просто музычка такая интенсивная, похоже, что его кто-то удохает. Вот ты что-то затянул. Да я проверял просто всякую фигню, что там было. Так. Что-то быстро. Мы 19 уровня, мобы 15. Это удручает. О, тут легендарочка у меня лежит. Ага. Прошлая легендарочка моя была, да, что... Так, о, что? Я нашел сувенирное оружие. Минуточку. Надо повесить. Нет, говно. Так, ну что у нас дальше? Уход с этой планеты нахрен. Быстрая планета. Я думаю, даже не планета была, это такой, знаешь, типа промежуточный. Снова в конец карты нам будет быстрее, мне кажется. Чем до начала пилить. Да. Согласен. Побежали. Так, навыки. Надо распределить. А, точно. Я вообще не обратил внимания. Так. Хочу опять по крышам бегать, голубей пинать. Там война и 9 уже.
Война и что? И девять. Старый какой мемчик ты вспомнил? Да. Чей мемчик, а? Так мой вообще-то. Ну, я и говорю, чей мемчик?